А добрый день, и у меня созрел новый рецепт. Сделаем с абрикосов варенье, которое не нужно варить. Так что начнем. Берем, вообще в рецепте 2 килограмма. Я взяла килограмм абрикос. Хорошо их моем. Также моем 2 апельсина на килограмм абрикос без косточек. И, наверное, я возьму пол лимона на килограмм. Если было бы 2 килограмма абрикос, я бы взяла 2 лимона. Значит, пол лимона. Но все тщательно промываем. И вот мы, значит, косточки выбрали. Килограмм абрикос у нас спелых, вкусных. 2 апельсина порезали. И чуть больше я взяла половинки лимончика. Тоже порезала все с кожурой. Теперь мы пропустим это все через мясорубку и добавим килограмм сахара. Вот все перекрутила крупную такую решеточку, чтобы были кусочки фруктов. Запах обалденный. Сейчас сюда я добавлю килограмм сахара и буду мешать до тех пор, ну, постоит, помешаю, пока сахар не растворится. И так перемешиваем, перемешиваем. Оно даст еще сок. Ой. А мармелад какой можно сделать, а начинку в торты, в рулеты. Посмотрите, какая красота. Просто глаз не оторвали. Ах, няма. И вот, постояла не 20 минут, больше, потому что у нас тут такой ливень был. Все вырубило. И вот какая красота. Сейчас разолью по контейнерам. Посмотрим, сколько выйдет. Но здесь весом 200 килограмма, так что вот такая красота. И вот сколько у меня вышло таких по 250 грамм, 6-7, здесь 400, ну и это мужу к чаю довесок.